Каспийская средняя школа номер 8. Здесь было землетрясение. Это такая легенда. Был длинный звонок и три коротких. Это дает понять учителям и ученикам, что начинается землетрясение и необходимо эвакуироваться. Как это происходило в нашем классе, учитель сказал нам встать под стенку, подальше от окон, чтобы в случае землетрясения обвал произошел не на нас, и окна не повредили учеников. Следом мы вышли и все время держались у стены. Детей эвакуировали на стадион. Спасатели провели тренировку, проверили все выходы, объяснили школьникам, как правильно себя вести в таких ситуациях. Некоторые школьники даже обрадовались, что урок закончился раньше времени. Был молдавский язык, я не подготовился. Урок, да, был сорван, уже середина урока была, и вот прозвенела тревога. Сначала я испугался, но потом понял, что это всего лишь учение, что волноваться не стоит. Среагировали в целом хорошо. У нас нет пятибалльной системы, то есть мы говорим удовлетворительно, неудовлетворительно. Как показала комиссионная проверка, положительная оценка. Такие учения накануне прошли и в 9-й школе Тирасполя. Там, по легенде, тоже было землетрясение. Только якобы загорелось здание. Работали спасатели, пожарные и скорая помощь. По лестнице поднялись на 3-й этаж, потушили условный огонь и спасли школьников. Детей эвакуировали на школьную площадку. Пострадавшим оказали помощь на месте. Во время тренировки ни один школьник не пострадал.